В связи с ковидом поступление, как у вас происходит? Через поликлинику или здесь? Нет, тоже? Мы сделали два приемных отделения. У нас одно чистое приемное отделение, второе в пятиэтажном корпусе. Обращается температурующий пациент, смотрит доктор, заподозрил пневмонию. То есть по симптомам вы уже его туда направляете? Клинические пневмонии мы все тяжелые средней степени тяжести обязаны госпитализировать. Мы делаем рентген сразу же в том отделении, почему там приемное отделение. И мы диагностируем по функциональному состоянию, какая степень тяжести, объем поражения, домой. Нет, значит, сортировка, поехал в отделение, там на лифте. Сделали здесь комфортные комнаты отдыха для среднемладшего персонала. И здесь телемедицина у нас для того, чтобы пациентов консультировать. Наша больница достаточно оснащенная медицинским оборудованием. Это опорная районная? Это опорная. У нас в Минской области 4 центра. Межрайонная. Борисов, Молодечно, Солигорск. Слуцк. 4 межрайонных крупных центра. Остальные это вот у нас районные больницы, которые, в принципе, получаются к этим межрайонным центрам. Вот я не знаю, столбцы у нас получаются, наверное... Мы к областной. К областной, к областной нашей больнице. Мы хотим уже с научно-техпрактических центров Минска, с областных больниц, многие операции и прочее перенести к вам сюда. Прежде всего, в опорные эти... больницы, вот о которых ты говоришь, 4-5 в области, и районные подтягивать. Мы ни в коей мере не отказываемся, Александр Георгиевич, мы только хотим, у нас есть кадры, площади. Мы переходим к работе, самое основное, это на сегодняшний момент, работа наша по ковид-инфекции. Тебе хватает реанимационных 9 коек? Да, на сегодняшний момент у нас аппараты 10 ИВЛ. У тебя сейчас... 143 койки выделено. Да. Хватает сейчас? На сегодняшний момент хватает. Но сейчас каково положение? Сейчас, вы знаете, вот, наверное, дня 3-4 мы поняли, что немножко мы упали. Упали, то есть не 20, а где-то 12. Вот боюсь влазить, но где-то там. Стабилизировались на какое количество? Нет, если с 20 до 12 упало, это уже хорошее падение. Да. Будем надеяться, что... Все-таки мы вышли на это плато, и видите, уже пошло снижение. Да. Будем надеяться, что это будем так. Будем надеяться. Есть 9 коек реанимации, как ходить. Кадров достаточно, профессиональные кадры, врачи высшей категории. И первой категории только 2 молодых специалиста. Со второй категории. Так, вот наши таланты. Я смотрю, да, здесь в основном возрастные, да, да, у нас в основном, да. Там у нас пятиэтажный стадион-аверно-госпиталь. Типовое здание пятиэтажное, где 25 коек. Этот вот пятиэтажный корпус, он весь для ковида, да? Да, для ковида задействован. Так получилось, и даже удобно для работы. Да. Вот. С начала второй волны до сегодняшнего дня. Какие у тебя ощущения? Хуже, глубже, оврал, тому, нет. Приходишь, начинаешь думать, вот как? Такое ощущение. Ну, вы знаете, что, в общем-то, я не сказала бы, что оврала нет никакого. Все идет в плановом порядке. Мы работаем, пациенты госпитализируются, оказываем помощь. По лечению у нас есть все, мы, в общем-то, ни в чем не ограничены. И в плане обследования, и в плане лечения мы имеем все. Мы уже развиваемся, мы имеем какую-то базу. То есть, ну, в плане работы нам значительно уже стало легче. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Как ваше состояние здоровья? Хорошо. Немного лучше. Ну и все мы должны из этой болезни сделать выводы, чтобы сами себя где-то беречь. Ну ладно, девчата, не болейте. Ну что поделать? Ну вы не волнуйтесь, вылечим. Потерпите. Вот еще один вам совет. Голову не берите. Как только начинаете переживать, ахать, охать, в 2 раза увеличиваете нагрузку. Все это от головы. Лаборатория делает все подтверждения на нашем уровне. Ну, то есть не только на нашем, вот эти все анализы. И нам очень важно было их внедрить. Мы закупили все еще заранее, все реактивы, они достаточно дорогостоящие. И теперь нам нет проблем. 382. Вдох, выдох, руки в сторону, вдох, выдох через рот, вдох. Доброе утро. Доброе утро. Ну что ты?
крутым такие упражнения. Да? Их надо грузить хорошенько. Это начало. А, только начало. Понятно. Ладно, девчонки, вы молодцы, красивые, занимайтесь дальше. И главное, уйдете отсюда, не бросайте. Вдох. Выдох.